Восточные Саяны. Территория Саян 350 тысяч квадратных километров. Плотность населения 1 человек на 1 квадратный километр. Сверху они кажутся безжизненной каменистой пустыней. Но это только кажется. Горы полны жизни. Здесь скрываются от людей медведи, олени, рыси и всякая лесная мелочь. Но в этих хребтах и долинах скрываются и великие. Здесь есть пещеры, в которых сотни лет в состоянии самадхи сидят посвященные. Это земные боги, которые спасают землю и землян от разрушения и деградации. Своими тонкими божественными энергиями они очищают пространство земли от губительной ментальной грязи. Они препятствуют соединению подземного и надземного огня, что привело бы к уничтожению всей жизни на Земле. Их пещеры охраняются психической энергией и недоступны для простых смертных. Здесь, в горах, есть тайные входы в подземные лабиринты, тянущиеся под землей на сотни и тысячи километров. В подземных галереях и городах обитают неведомые землянам цивилизации. Где-то здесь, в восточных Саянах, существует филиал Шамбалы, таинственной страны мудрецов. В 2015 году группа туристов из Москвы, Улан-Удэ, Ленинско-Кузнецкого, Ярославля решили пройти по тропе горного отшельника. Среди них был и 6-летний Ваня Лошаков. Он вместе со взрослыми поднялся на пик Босоногих. Так была названа эта гора в память о том, что по этим камням и колючкам горный отшельник вместе со своим другом Николаем Павловским поднимались босиком. Множество тайн скрывают эти горы, и многие люди идут сюда, чтобы прикоснуться к ним, надышаться живительной праной и спить чистейшей живой воды из горных источников, насладиться красотой водопадов, разнотравьем горных лугов и могучими кедрами. Thank you.
А некоторые люди уходят в горы, чтобы здесь, в стороне от городской суеты, найти ответы на вопросы. Кто я? Зачем я пришел в этот мир? И куда я должен идти? Что такое дух, душа, материя? Кто такой Бог? Что такое жизнь и что такое смерть? Тот, кто называет себя горным отшельником, прожил в этих горах с небольшими перерывами 13 лет. Многое пришлось пережить в этой палатке, и ураганные ветры, сносившие вершины кедров, и беспросветную многодневную пургу, дожди, грады и грозы, 40-градусные морозы. Много раз, возвращаясь из короткой побывки в городе, зимой, 40-градусный мороз, он шел по своей тропе на грани жизни и смерти. Шел ночью, 15 часов с тяжелым рюкзаком, замерзал, обмораживал руки и ноги. Несколько раз от чрезмерной перегрузки останавливало сердце. В полуобморочном состоянии, усилием воли, он восстанавливал работу сердца и шел дальше. Каждый раз он доходил до своей палатки, и каждый раз это была победа. Победа духа над плотью. В многодневных медитациях и размышлениях он нашел ответы на свои вопросы. В четырех книгах «Записки горного отшельника», «Мир глазами Индиго», из записок горного отшельника он поделился своими открытиями и откровениями. Многие из тех, кто прочитал эти книги, изменили свои взгляды на жизнь, на свои приоритеты и ценности. Эти книги призывают к добру, любви, ответственности за все, что мы чувствуем, думаем и делаем. Гаятри мантра. Одна из главных мантр индийских йогов и отшельников. Ее вибрации входят в резонанс с вибрациями космоса. Отшельник растворяется в них и начинает испытывать состояние блаженства. Его дух освобождается из-под власти тела и уносится в космическое пространство.
и уже оттуда он может оказывать благотворное влияние на земную жизнь. Обладая способностью всевидения, всезнания и всеумения, он оказывает незримую помощь нуждающимся людям. Через него начинает проявляться божественная сила. Он становится подобным Богу на земле. Как ни прискорбно сознавать, но усилий отшельников, йогов и земных богов уже недостаточно, чтобы спасти Землю от катастрофы. Человечество стоит не только на пороге самоуничтожения, но угрожает катастрофой всему космическому пространству. Это обстоятельство взволновало всех обитателей космоса, в том числе и создателя всех этих вселенных и миров. Это обращение высшего космического разума было передано через радиоинженера, художника, генерал-майора Евгения Игнатьевича Левенцова. Обращение Всевышнего Бога. Люди Земли, это я обращаюсь к вам. Я – Бог, Создатель мира. Я, который создавал и продолжает создавать космические миры. Я обращаюсь к вам, чтобы вы меня услышали, чтобы вы меня поняли, ибо вы стоите на грани, которая может либо отбросить вас на многие столетия, либо вы пойдете по пути процветания, дружбы и взаимопонимания. Ни на одной планете космического пространства нет такого хищнического отношения к природе и ее богатству, такой бесчеловечной эксплуатации человека человеком. На вашей планете создались такие условия развития техники вооружения, и вы создали такое оружие массового разрушения и уничтожения, которого нет ни на одной планете, где обитают люди, потому что нет такого количества враждующих государств, как на планете Земля. На большинстве планет только одна общность людей, управляемых из одного центра. И все усилия этого центра направлены на создание духовного и материального благополучия людей планеты. У вас на планете Земля все наоборот. Вы делаете невероятно огромные затраты на создание всех видов оружия для уничтожения людей и разрушения их поселений. Все, что есть сейчас на Земле из материальных ценностей, должно принадлежать всем людям Земли. И все те материальные блага отдельных личностей, доставшиеся им за счет всевозможных изощрений, в деловых и неделовых отношениях должны быть возвращены людям Земли. Мне известно все, как достигалось процветание отдельных государств и личностей, как и какими средствами они сумели завладеть природными богатствами и недрами того или иного государства или сообщества. Я все знаю, потому что все секреты этих грабителей мне известны. Они занесены в поля памяти космоса, как первоисточники самых скрытых от мира людей информации.
Здесь вся информация о деятельности различных разведок, финансовых органов, руководителей самых высших рангов, мафиози и бандитов. Все они выдают в поле памяти космоса самую секретную, самую подробную информацию. Для богов тайн нет. И мы знаем все, что делается на планете Земля. Для большинства из вас Земля является глыбой мертвого вещества. Но вы должны знать, что Земля-то живая мыслящая материя. Она живет и создает жизнь органическую. Это не кусок вещества, а тело, пронизанное энергией жизни и энергией силового поля космического пространства. Земля мыслит и постоянно ведет информационный обмен со всеми формами, объектами и структурами как внутри, так и на своей поверхности. И все это воспринимается и оценивается высшим космическим разумом. Земля не может быть объектом для купли и продажи, не может быть частной собственности на Землю, на ее недра, на воду, на воздух, на все, что добывается и что Земля отдает человеку в виде металлов и всяких органических и неорганических веществ. Это не может быть передано в частные руки. Это принадлежит мне, Богу. Я создал все это для жизни созданных мною людей, чтобы они пользовались этими общими благами и делили их по равным долям каждому. Все это должно стать законом для людей Земли, потому что только на Земле есть такое извращенное понятие, как частная собственность. Изначально закон о частной собственности был принят людьми по подсказке высшего космического разума. Та собственность, которая находится в распоряжении человека и семьи, созданная его трудом и обеспечивающая ему существование на Земле в рамках того необходимого, что человеку нужно для его жизни, является неприкосновенной и не может быть у него отобрана ни по каким законам. И человек не может быть изгнан из его жилища никакими властями. Но вы, земляне, превратили этот закон благородства в закон безудержного грабежа. Некоторым из вас все время не хватает власти, драгоценностей, женщин и земли. Отсюда все ваши пороки. Я, Бог, Создатель мира, призываю вас одуматься и не допустить того, чтобы вашу цивилизацию боги отправили в исходное первобытное состояние. Предупреждаю, что всех разработчиков и создателей оружия массового поражения, всех, кто вынашивает планы применить это оружие, всех стяжателей, грабителей, мафиози, растлителей, законных воров и воров в законе, если они не одумаются, то их души после многих лет мучительных покаяний будут распылены в космическом пространстве и навсегда лишатся телесной жизни. Их ожидает вечная смерть. Такова цена за тот праздник тела, который они устроили для себя, ограбив, обманув и уничтожив тысячи и миллионы людей Земли. Благословляю вас, люди Земли, и наставляю на путь истины. Да будет так.